Дорогие друзья, как и обещала, хочу показать, какие постельные мы стелим сегодня. На данный момент постелила уже Оксана, Катя и я. Сейчас я буду помогать Маше стелить постельно, а Света сама себе постельное постелит. Сейчас покажу, какое у меня. Вот такое вот постельное с бабочкой у меня. Тут, конечно, джинсы еще мешают. У Ванечки вот такое вот, тут крышку сейчас уберу. У меня постельная. Сейчас мы Машеньке постелим. Сейчас покажу у Кати и у Оксаны. Так, дорогие друзья, у Оксаны вот такой вот простынь на резинке просто. И наволочка от Машиного, да? Дальше. Катина. Такое постельное. Света себе будет стелить фламинго, но позже покажу, какое. Так что вот так вот все меняем. Сейчас еще Маше помогу постелить и покажу. Дорогие друзья, Машеньке мы постелили вот такое постельное с пироженками, как она и хотела. Она его себе и постелила. Да, Маша? Ты его себе и заказывала, да? На Ванькину койку легалась. А тут маленькие сидят, играют на маминой койке. Ладно, вот такое вот. Так, Свете мы поменяли постель. Вы помните последний комплект фламинго? Вот простынь такая и наволочки. Вот такие вот красивые с фламинго. Илье тоже там фламинго сделали. В целом, короче, вот такое вот постельное. Включается. Дорогие друзья. Короче говоря, что я делаю? У меня муж накрутил свинину. Помните, я покупала два больших куска? Повыше делать немножко. И накрутил. Тут вот еще две косточки остались. Это на суп пойдет. А это я сейчас расфасую по пакетикам. И потом будем с вами где котлетки, где беляши делать, где еще что-нибудь. Короче, сейчас буду фасовать по пакетикам. Потом покажу, сколько чего получилось. Так, ну что, дорогие друзья, получилось у нас вот тут вот маленький кусочек. И вот такие вот 4 пакетика тоже на 4 раза, чтобы что-нибудь приготовить. Плюс 2 косточки на суп. Мне кажется, это нормально. Дорогие друзья, до Нового года осталось 20 минут. Всех хотим поздравить. Мы накрываем стол. Кать, не дергай, пожалуйста, стол. Короче, что у нас сегодня на столе? Решили по одной тарелке сладости ставить, потому что все сытые. Все сытые. Почти никто не сытый, да? Короче, 2 селедки под шубой. Оливье, крабовый, колбаска, сыр, хлеб, конфеты. Сейчас еще пюре с курицей будет. Там Маша, они там поправляют стулья, да что. Мариночка, Оксаночка, Ванюшка губки надул. Оксана с накрашенными губами. Ребята, отвечаю, это фукарцин. У нее просто повылазили прыщики, поэтому мы губки намазали, чтобы они дальше не полезли, да. Ну, видите, вот такая вот красавица она теперь у меня. Василиса, пшт, ты еще рано лезешь. Ладно, ждем Нового года. Ура! С Новым годом! С новым счастьем! Все довольны все. Все, ребят, всех поздравляю с Новым годом. Желаю счастья, здоровья, успехов. Ваня, видите, с Новым годом поздравляет и уже выпил. Ой, ребенок. Маша, что ты пожелаешь нашим подписчикам? Здоровья, счастья, денег, пятерок. Пятерок, правильно. Катя? Не знаю. Счастье. Ладно, все, вот такие вот поздравляем всех с Новым годом! Дорогие друзья, у нас ребятки почти все поели и хотят очень сильно подарки распаковать. Марин, подожди, Света, можешь или Маша, или кто-то сюда садится, распаковать коробку, по одному подарку доставать и давать тому, кто будет... Маша, давай, Оксана, отходи, ножницы принеси. У нас вот эти вот все, раз, два, три, четыре коробки, это все заполнено, ребята, подарками. И ребятки очень сильно ждут. Ванечка, отпусти Маше стул, дай. Ну давай, Маша, первую коробку какую? Ну давай вот эту. Там на каждом подарке написано имя. И Маша будет давать по одному имя. Давай. Где написано? Света. Света, отдавай Свете. Света? Ну давай, открывай. Сейчас посмотрим, что там ей.
Сейчас, подожди. Она отдала, потому что она их... Да порви бумагу, да и все. Давай покажем, что это. Ребята, это картина по номерам, какую хотела Светик. Держи, убирай на койку туда или куда-то. Чья это? Илья. Илья. Давай, Илья. Маша, распечатывай. Илюша разрешил? Распечатывай. Сейчас покажем, что... Ванечка, подожди. Рвите, рвите. Как дети распаковывают. Так, доставай, показывай. Это тоже картина по... Подожди, я не посмотрела даже. Вот так вот, покажите, картина по номерам. Вот такой вот. Я не знаю, кто это, Илья, певец? Да. Это певец. Все, отдавай Ильюшке. Отдавай. Ваня, доставай. Доставай. Смотри, чье там имя? Маша! Что же там Маша-то будет такое интересное? Ах, Маша ждет подарочек свой. Рвет прямо аж в клочья, ребята. Сейчас. Распакует. Покажет, что же там. Это видео получится на несколько частей, ребята. Поэтому держитесь. Как думаешь, Маша, что там? Не знаешь? Ну, давай. Нравится? Ты платье-то на нее одень. Мама! Нравится? Да. А что там еще? Покажи. Мама. А еще больше ничего там нету в комплекте? Внутри коробки? Все? Нравится? Довольная? Ну, сейчас подожди подарок, посмотрим, что тебе Дед Мороза подарится. Марина. Подожди. Покажите, на кого там написано. Света. Света, Света, ты сама будешь распаковывать? Ну, давай. Да, у меня есть. Подождите. Там много Илья подарков. Это, ребята, деревянный пазл. Вот такой вот совушка. Это покажи. А, не совушка, это котенок, да, Света? Дальше давайте. Оксана теперь. Что там написано? Марина! Марина, ура! Отойди, Машенька, пожалуйста. Очень ждут подарочки, детки. Она уже поняла по твоей коробке. Какая-то кукла. Доставай, Мариночка. Аксессуары. Туфель упал. Показывай, Марина, какая куколка у тебя. Такая, да, кукла. Вот такая вот куколка. Платье. Тебе нравится? Да. Держи, доча. Ложи все в коробку. Ваня следующий пока достает. Чье там написано имя? Мама, платье. Его. Егорка. Его. Открывай, я буду руки твои снимать. Давай. Ну, давай. Давай. Сейчас, Марина, там. Да, это у Егора. Это Егорке подарок. Давай. Аккуратно. Это Егорке конь. Да, лошадь. Это деревянный пазл. Будешь, Егорушка, собирать. Тебе нравится? Следующий. Чей это? Оксане, там еще... Сейчас тебе найдем, подожди, тут три коробки. Там кукла, давай. Маша, пособирай вот эти все бумажки в коробку. Давай, Оксана, распечатывай беспощадно. Сейчас дадим Ване. Ваня пока коробку открывает, да, Ванюша? Платье. Держи, Марина. Аксессуары тоже. Показывай. Нравится? Смотри, у нее платье, как у тебя. Оксана. Супер. Ваня, ты чей подарочек достал? Смотри. Написано Ваня. Рви бумажку давай. Рви, посмотрим, что там у тебя такое. Давай рви, Машенька, помогай ему. Ножницы аккуратно. Ваня, смотри! Бросай бумажку, бросай! Бросай бумажку! А помочь открыть? Вот такой вот у него киндер с роботами. Сейчас, подожди.
Что там будет? Давай сейчас посмотрим, что там у тебя будет. Ваня, подожди, отойди, не дай бог ножницы отлетят. Что ж там такое будет? Сейчас, сейчас. Ты довольный? Ваня, доставай. Покажи нам. Ой, вот такая вот игрушка. И смотри, конфетка и наклейка. И татушка. Ты доволен? Давай, следующий достаем. Тихо, там много еще подарков. Иди туда на полочку положи, Ванечка. Это чье? Марина, давай. Маш, аккуратно, там не надо так. Маш, убери ножницы. Маш, так порежешь. Разорвать. Мариночка, разрывай, потому что вы порезать можете. Подожди, 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 Марина, подожди, тебе еще не раскрыли. Да, вот такой вот зайчик, дай покажу. А там волк, по-моему. Вот такой вот зайчик. Тебе нравится? Ты довольна? Марин, ты слышишь меня? Тебе нравится? Счастливая? Давай, следующий доставайте подарок. Она сейчас, ну, никого не слышит, зато радости. Марина. Марина, тебе еще один. Подожди, подожди, Ваня, подожди. Ваня, подожди. Какая там, Марина, коробка, я не знаю. Какая-то от Озон коробка. А что в коробке, Марина, интересно? А? Посылка тебе пришла? А Деда Мороза? Ой, ну нифига себе, какая посылка. Тихо, Марина, подожди, ножницы аккуратно. Маша, дай. Маша, не торопись. Давайте распаковывайте посылочку для Мариночки, а то никак распаковать Мариночки посылку не могут. Порвите уже коробку. Маришенька, давай, открывай свою посылочку. Кто это? Тигрята, мальчик и девочка. Тебе нравится, Мариночка? Ты довольная? Давай следующий. Кому это? Иди, иди, Ваня, вручай Егорке подарок. Егор, иди, я тебе руки засну. Я руки, я обещаю. Дай Егорке подарок, это Егору. Вон сзади тебя он. Давай, распаковывай. Подожди. Рви бумагу. Не обращай на нее внимания. Давай. Вот такая вот Егорке шляпа. Это, ребята, сладкий кулек. Егорка, надеюсь, поделится со всеми конфетками. Ты пока открывай, а мы дальше будем подарки распечатывать. Хорошо? Дальше. Убираем пустую коробку. А тут еще целая куча подарков. Так, подождите. Давай, доставай. Это кому? Мне. Маше! Маша, за Машу я достала. Так, давайте покажем. Котик. Тебе нравится, Маша, кот? Кот, а тут еще собачка. Ой,